Андрей там в GTA, они же даже не прошли. Ох, поехали. Неожиданно. Короче, я постоял АФК в самом начале, пошел налево к медицинскому отсеку, и там в коридоре лежит труп Калая. Я был рядом с Калаем в самом начале. У нас было задание наверху, ну вот прям где мы стартуем. Разогревочное, вот, тяжело там два щитка, короче говоря. И вот мы там делали задание, потом я вниз побежал. Видимо, его убили только что, так что я думаю, что это селф-репорт, и, ну, это, скорее всего, крабик. Я, конечно, голосовать него не буду, но я скип-вот. Смотри, я объясню, почему это не селф-репорт, потому что, будучи мафом в темноте, ну, с выключенным электричеством, нет никакого смысла репортить, я мог просто найти уйти в тело место. В таком рандомном месте с выключенным светом, мне кажется... Ну, у меня... Не, репорт очень большой радиус имеет. Ну, может быть, хорошо. Чтобы... Ну, не суть. Я, в общем, только Роудхауса видел. Он прибежал на свет в конце раунда. Я стоял, чинил. Короче, это должен быть человек, который пришел слева к электричеству. Вот. Кто шел сейчас на электричество, тот чинить электричество шел. Ну, я делал квесты, оно выключилось, я поэтому доделал квесты. Короче, у нас вообще голяк или что? Или что? Я сейчас немного не понял. Заметьте, что Гитман. Блин, ну идеальный килл, ну блин, как подставился-то это. Нифига у них у мафии обзор вообще. Ну тут бы сейчас свет выключить и этого кильнуть кого-нибудь тут. Было бы угарно. Надеюсь, свет еще выключен был. Прям возле, недалеко от света, недалеко от канистры, которую нужно загружать, черный лежал. Его только что убили, вот буквально только что. Ребята, свет включил. Кто первый вышел с электро? Да, нет, наоборот, кто сейчас в электричество пришел обратно, кто выходил и вернулся, потому что... Этот человек убежал налево. Ну, смотрите, я шел в лес, а я прям тут я был. И вижу, как Рамона стоит на трупе и его репортит. Это просто информация. Я не видел, чтобы она куда-то бегала. Это правда, я видела, что ты сверху бежал. Коридоры. Гитман, килы делать не будет? Да это вообще не важно. Да, вот смотри, сейчас я пришел снизу слева, и мне навстречу кто-то вышел слева, снизу справа. Я вышел. Он крабик врет, он не мог прийти снизу слева. Он был со мной в реакторе, поэтому он с... Ну, снизу, слева... Ну, так а реактор... Где слева? Слева снизу, все правильно. Не, я заходил, но я видел кого-то, я прошел вниз. Это потом тот, кто сейчас зашел в электричество, ребят. Ты не шел вниз. Ты не шел вниз. Вот там, где ты вчера в решетке. Ты что, прикалываешься? Можно секундочку? Подождите, а почему именно тот, кто в электричество зашел? Почему не направо убежал или еще куда-то? Потому что я была справа, и свет включился, появился труп, а человек, который убил, скорее всего, побежал в сторону электричества, в левую сторону, потому что я была справа. И сверху шел Тимофей, он тоже... Слева вообще почти все были. Мне кажется, там одного или двух людей не было. Так, я записываю количество слов, которые сказал Гитман, и пока это ноль. Я могу сказать в оправдании Гитману, когда я забежал первый раз, увидел 10 человек, когда забежал второй раз, увидел 8 человек, мне уже показалось, что тоже нет смысла туда бегать. Там просто все. Я за всю катку увидел ровно 0 человек, не считая начала. Я всех увидел. Мы на реактор бежали внизу с пятером, наверное, и развернулись, когда его починили. Вот нас человек 5. Потому что мы с Рябиком там сразу были. Ну да. Ну блин, давай, гид, вали кого-нибудь, ну алло. Так, сейчас нельзя свидетелей. Давайте посмотрим камеры. Вообще толпа, смотрите, толпа из навигации, Гитман рядом. Они там втроем. Сейчас убивать невыгодно, потому что они там втроем тусуются.
Не успел закрыть. Микромета инфы используем. Так, подождите. Рядом с факером был трофей. Ребят, стоп. Ну, типа... Я был рядом с факером в правой части, да. Хорошо, а кто из решетки вылезал? Ну, Кейк вышел из решетки. Да, ну, голосуем в Кейк. Подожди, я не залазил в решетку. Стоп. Короче, тут в тумане войны видно, как решетка открывается, и в комнате никого, кроме тебя, нет. Я верю Крабику. А, вы смотрите в туман войны, чекаете решетки? Понял, прикольно. Ну хорошо. Ну это я просто приятное, я не знаю. Предлагаю еще стрим. Ну это видно, и что? Ну вот ты это видишь, с этим ничего не поделаешь. Ну правда, это видно, и что тебе молчать потом, ну правда. А зачем, подожди, чтобы это было видно, надо встать в угол и смотреть на это. Нет, я просто шел по коридору. Я видел, ну типа два раза минимум. Ну блин, это правда. Классно, прикольно. Нахер ты сдаешься? Он использует баги игры, он обосновывает мнение багом игры. То есть, что я должен сказать? Нет, типа, не было багом? Полная залупа какая-то, честно говоря. Вспомните мафию, когда кто-то... Ну, это тоже... Ну, короче, это не игровой момент. Это как на мафии говорить, что... Ну, чел около меня шоркался там или еще что-то. Ну, лол, блин. Как я могу это обосновать, если он, вот, например, тут бежит, тут видит, что люк прибегает тут. Я все даже не выслушиваю это. Причем в этой игре тонна багов, типа, то есть человек даже, который не залазил в люк, может типа залезть в люк. То есть, ну, нельзя на это внимание обращать. Если вы клип XQC видели, самый популярный за время, что в Монкас, он даже не вылазил из люка, у него анимация была. Мне даже не дали сказать, я бы мог оправдаться, сказать, типа, так я стоял в комнате, тут никого не было, я просто все проголосовали сразу. Вообще гид, если... Нет, не успеет убить. Так, ну давайте посмотрим. Чуваки, на кислороде Гитман убил только что. Он сразу, он увидел, как я забегаю, и сразу кнопку нажал. Ну, правда, не поверьте мне, на слово мне нет смысла врать. Мы сейчас поговорим, после игры уже поговорим. Так, ну ладно, тут же проголосовали. Чуваки, а может обсудим немного неигровые моменты? Короче, давайте смотри. Сейчас, подождите, я скажу кое-что. Если кто... Какой смысл, если ты знаешь, что чувак вылез, блядь? Ну, тогда и сказать-то перед этим. Секунду, можешь дать сказать? Во-первых, тут тонна багов, что даже иногда видно, как чел вылазит живой, ну не живой, не импостер. То есть тут багуются даже не импостеры. То есть вы, ну, хотя бы высказаться человеку-то давайте, ну типа... Я бы мог сказать, что я камеры смотрел, я даже не видел. Хорошо. В смысле не было? Я сейчас скину клип XQC и типа и что-то. Нет, там голдежа вроде не было, можно было спокойно сказать. Я имею в виду... Просто моя позиция, я понимаю расстройство, то что, ну типа, ты из-за бага проиграл, но понимаешь... Напишите плейгейм, плюс. Так нет, мне даже сказать... Нет, я расстроен за то, что мне даже сказать не дали. Я мог, типа, ну, я мог стоять на камере, вылезти, я мог, ну, на этом настоять, например. Давайте так, про этот баг, вот, именно пиздеть... Нехорошо. Но если кто-то вылез, я просто предлагаю импостерам не лазить в вентиляцию. Я, например, нет, это надо. Ну, это надо. Как хотите, удачи. Не, можно, просто дайте оговориться. То есть, может, человек сможет оправдаться, сказать, что это не он лазил. Гид, а что ты не гнал на этого, на Мэдден? Да потому что он ник какой-то уебанский поставил. Я думаю, жмиль заходит, тут начинает Илья пиздеть. Я такой, чё вообще, блядь, что хуйня? Это он переиграл, получается. Я поменяю сейчас никнейм. Все, я понял, вашу машну сейчас. Мое имхо. Естественно, ты не сможешь, ну, это как, знаешь, как у тебя, ты чихнул, у тебя упала маска, и ты увидел, кто маф ночью, да, и потом такой, ну, я, типа, не знаю, так ты не получится, но дать время, как бы, обсудить это надо обязательно, потому что можно, я хотел придумать свидетелей, кстати. Да, все здесь. Блин, Лазербим, спасибо большое, все вроде нормально, пишет 60 месяцев, да, пишет один месяц в чате, вроде все норм, спасибо большое, Аксенон, за подписочку для Сахарочка. Так, это либо Кекс, либо Гудок. Сам я не видел труп, ключ. Я могу только это сказать. Подтверждаю инфу, Кекс действительно убегал из корабля только что сверху. Мы же все оттуда сейчас выбежали. Гудок, а ты что, подожди, Гудок, ты видел труп? Нет, я объясню, что было. Я на этой карте первый раз побежал вниз, думал, пойду квест делать. То есть, смотрю, все не бегут. Развернулся, оказывается, квест сверху есть. Дернул ключ.
Нет, нет, я... Я поначалу подумал, что мы вообще в лобби еще, если честно. Тогда это кекс, да, тогда это кекс. Я подтвержу слова Гудка, потому что я такой, я решил посмотреть, кто не пойдет наверх ключи делать, потому что люди же не знают, что там квест, правильно? Но, посмотрите, Гудок же должен видеть подсвеченные панели, там... Дайте сказать. Он же сказал, что он потом увидел, что там квест, и ключ... Я подтверждаю его слова полностью. Подождите, еще раз, я не видел никакого трупа. Я вообще поначалу подумал, что мы в лобби стоим. Ты его убил, ты поэтому не видел. В смысле, а Гудок тогда, он тоже его не видел. Как это произошло? Света не было. Я делал квест, я сначала вступил, я делал квест, побежал вниз, я вообще не видел никакого трупа. Клай, подожди, а ты откуда знаешь, что кекс? Я починил электричество. Я поднялся наверх, мне навстречу убегает кекс, ты репортишь труп. Все. И Гудок, мы вместе бежали. В конце я увидел, когда Света... Гудок чуть впереди шел, вроде. Мы бежали вместе, я даже не видел трупа, чуваки. Еще раз могу сказать следующее. Но Калай краснее, потому что он чинил электричество. Потом поделишься. Давайте скипать. Ну, типа, у нас нет никаких 100% доказательств, на самом деле. Как хорошо, что Гудок ничего не видел. Задумайтесь, кстати, меня немножко пугает Роудхаус, он как-то вот за мной бежал. Да, типа, опять пугает. Я так хотел такое дерзкое убийство сделать. Это на будущее, если кайф. Вдруг я умру. Нормально, чат. Главное, что прокатило, мне супер нравится тема. Сработались. Так, короче, во-первых... Сработались, но там кто-то оказался. Еще раз, Алис. Труп сейчас я нашел на планетарии, где надо, типа, в телескоп смотреть планеты. Я объясняю, почему... Справа, да. Это кекс, все, он из кишки выбежал, справа. Я за кекса, все, сразу. В смысле, из какой кишки? Подождите. Ладно, неважно, подождите, дайте сказать. Я думаю, что второй труп там, Радхаус. Обратите внимание, что, да, сказать не дают, перебивают. Смотрите, еще раз, я как сделал? Я потупил, потом начал делать квесты, как только сделал и побежал. И у нас с Гудком удивительным образом тайминги примерно совпали, что мы вместе-то и бежали, потому что он тоже затупил вначале. Я предлагаю, сейчас ребят, объясняю. Послушайте меня. Угу. Первый труп, с него выбегают Гудок и Кекс. Давайте выгоним сначала одного, потом другого. Ну, чтобы... Там точно один Это супер ну, нелогично. А краб нашел, нет, и что, мы его логично. Тоже выгоним, типа? Или мы выиграть хотим? Подождите. По поводу этого раунда. По поводу этого раунда я вообще ничего не услышал. Подождите. Я опишу свой путь. Я респалнулся сверху, я побежал в самый низ, в лабораторию, какую-то, в которую надо, блин, пшикать туманчиком, типа, проходи, там полчаса я только туда добежал, там сделал два квеста. Где труп вообще найден, вы мне объясните? Да. Даже вы не сказали. Сверху справа. Верхний правый сектор карты. Где Гитмана видели в последний раз? Где и с кем? С кем? Только что. Почему никто не говорит? Во-первых, я сразу скажу, Калай, не забывай, что я в темноте нашел трупорт в том же месте. Давай в кекса, просто. Так, а Гудок то же самое, мы просто оба мирных и пробегали там. Ребята, прислушайтесь, присмотритесь, я был мирным, я уже мирным. Блин, не нравится, когда в последнюю секунду это. Они забывают, что мы с Гудком вместе бежали, вместе это, и краб пришел репортнуть. Ну, типа, с кексом это, ну, это ж кекс, типа, во, блин. То есть, ну, типа, моя логика это и была сделать дерзкое убийство и вместе с толпой выбежать оттуда под свет. Мы выбегаем оттуда, Гудок не репортит, я не репорчу, но это кекс, типа. Ну, мне пришлось подстраховать своего нас... Не, ну тогда нормально, если Гудка уберу, согласен. Поставил Гудка, доволен. Короче, доволен, я еще один кекс успел сделать. Блин, какой балаган, я знаю, что Гудку это не нравится, но даже сказать не дают. Я не хотел там убивать, но мне пришлось подстраховать свою мафу. Локация, насколько я понимаю. У нас... Надо было репортить и чела обвинять. Во. Этого нельзя отменять. Надо было репортить и обвинять чела. Вот, в следующий раз я так попробую сделать. Калай, стой. Это может быть Гудок. Я видел двоих. Как я? Блин, реально, его видели с кем. Ладно, я поведусь. Смотри, выгоняй Гудка, потом выгоняй меня. Похуй, типа, главное, чтобы сейчас Гудок ушел, типа... Вы понимаете вообще, что я, как я просто вначале вот с этой херней, блин, столько смуты ввел. Ну, план был, конечно, не сразу же, план был убить, но там, видите, чел вернулся и очень быстро свет починили. Но в целом мы, типа, бежали, а что, я с Гудком бежал, я, типа, не видел никого. Ой, блин, как в итоге все хорошо. По логике игры, поэтому, ну, наверное, безопаснее всего краба заглотать. Да. Давайте, если хотите. Я против этого, ну ладно. Ну я просто, может, не до конца разобрался еще в механиках тут как бы просто... голосования. Гудка кикнули, ну я его подставил сейчас, что я могу сказать. Я собрал, потому что... Да, мне было страшно, я был...
Я был с Ильей, типа, мы вот когда саботаж, я потом увидел, что прибежал Калай, не увидел Рамону, поэтому мне стало страшно, что, может быть, Калай, типа, убил Рамону и хочет убить еще. Я думал, что Рамону убил Факеры. Каким с тобой был, Илья, каким? Кто правый, ребят? Кто сейчас правый? Факеры я, но я жал. Потому что я бежала налево, там никого не было. Короче, я здесь, ну, Факер, если ты, то это хорошо сыграно, я буду голосовать в Калая, потому что он единственный, кто хотел, чтобы ушел Крав. Я тоже так считаю, потому что он изначально с первого хода постоянно кричал, всех перебивал и на всех гнал. Он дефол, блин, какая, кстати, молодец, гудка очень сильно, что типа супер стрёмно было. А Калай что-то скажет сейчас вообще? Ну, просто ради интереса. Калай, почему ты молчишь сейчас? Он даже не включил микрофон. Я микрофон не врубил, блядь, сорян. Короче, я объясню. Надо Факера убивать, надо Факера. Свет, Факер, вот это вот все. Ладно, не мешаем. Ей видно, что она шарит, опытная, что-то хочет. Есть у нее какие-то задумка наверняка. Пусть сама жмет, я не буду. Выполнять, да, нормально, чат, вообще здорово. Бежим пульсометр проверять. Люди типа переживают за игру. Ну, окей. Топ. Смотрите, чем я могу ей помочь. Если она кого-то убьет, я надеюсь, она это поймет сейчас. Если действительно сбора нет, я постараюсь закрывать двери, типа, тем челам, которые будут идти к трупу. То есть это единственное, чем я могу помочь. А остальное пусть она сама делает. Вот сейчас она что-то постеснялась. Она, видимо, хотела кого-то убить, но в толпе побоялась, что убьет не того, короче. 60 секунд. Но тут ей времени не хватит убить. О, прикольно, тут можно и закрыть двери, и это, нифига себе, или как это так получилось? Не, нельзя тут убивать. Нельзя, не успеет. Ну, ей тяжело, это понятно. Тут тонкий момент, тонкий. Она сама отключит свет, если захочет. Вон, видите, КД какой долгий после реактора? Посмотрите. А если я нажму внезапно, у нее есть план, например. Свет, вот, видите, она выключила свет. Побежала за Факером. Ну, нельзя уже его убивать теперь. Потому что они на свете будут вдвоем и поймут все. Хотя можно было его убить и дождаться КД уже. Они бы его не нашли, да, это был шанс. То есть нельзя убивать, когда рядом, но надо... Вот, ну, Факер отделился, да, надо было его убивать, надо было. Вот это был момент. Его нужно было убить и протянуть время до следующего килла. Да, все, момент упущен, я думаю. Но это сложный момент, чуваки, вы не должны винить ее тут. Когда, ну, блин, когда 4 челика, все бегают в толпе, но... Нет, она видела, она маф, у нее обзор хороший. Может быть, она не нашла его, может, она типа подумала, что он налево побежал. Видите, она жмет КД, я не могу нажать. Она опять свет вырубила. Вот сейчас надо кого-то по дороге, вот сейчас перед дверью Факера, например. Ну, сейчас нельзя, потому что они зайдут. Ой, как ей не повезло, ее одну отделить. А, нет. Нормально. Умница, вот. И теперь все, теперь просто КД. Все, теперь двери, все, отлично. Они должны были вернуться, они должны были друг друга вести и все. Давай, все, просто КД. Я не могу двери закрыть пока, я должен контролить. Все, просто беги, жди КД. Они бегут вниз. Я не могу двери закрыть пока. Умница, молодец. Молодец вообще. Умница, она так хорошо, такой человек. Это полная хуйня. Подождите, а как вы не увидели труп-то, Илья? Это был единственный ее шанс, да. Это жесть. А как я двоих... А как я троих мирных вывел, а, ребят? Ну я тоже поучаствовал. Не, ну чуваки, я троих вывел. Я тоже троих вывел. Ну что, Илюх, если мафы, просто идем и рубим, только... Да я рублю сразу, брат. Даже голову. Возле ключей сразу. Почти, Илюха, ну ладно. Это где? Так, короче... Понимаю. Ой, свиньи. Труп, получается, труп. Кейк. А, можно? Блин, неловко получилось, да. А где была я? Тимофей стоял справа в верхней хуйне на руле, кейк подошел и просто убил Илью. Все, вы уводите кекса, можете уводить след за ним меня. Нет, просто скажи. А теперь уже меня, да? Скажи другим людям, ты еще других людей на камере видишь? Я не помню остальных людей. А что это мы мусолим? Можно сказать в итоге? Убедите остальных. Давай. Подождите, я зашел, я не знаю, что вы ракеты назывались. Нет. Да дайте кейку сказать. Я не успел ничего сказать, но мы можем вывести Тимофея, сейчас соберем и выведем все. Вводим кекса и потом меня. Я за размен. Я что-то надо скипнуть. Ну, не знаю.
Типа... Даже не дали сказать. Как-то... Просто, ну, я не знаю, орать не хочется, конечно. Типа, я говорю, дайте сказать. Нет. Ну, блядь. Ну, ладно. И никто не выводит, да, естественно, выводит. Мы выводим. Все, да. выводите меня, да. Я уверен, что вы со мной мафия стоите. Просто делайте таски, типа не партия. И сейчас был разговор трех людей, которые просто обвиняли одного и того же человека, и да. Все. И как бы, даже если он трейтер, нужно хотя бы дать ему шанс оправдаться. Да, я тоже так считаю. Вы просто его выкинули. Он просто Калай мог соврать, он не сказал инфу по других людей. Смотри, я это плохая тема, размен такой, типа мафом убить одного красного и сказать, я уйду следом, это очень плохая тема в этой игре, как я уже понял. Но мы сейчас убьем коллайдсера. Они сейчас еще тут 107 секунд это будет обсуждать, или что? Да, ну Факер все правильно сказал, типа, надо, ну, выслушать, но 107 секунд на первой секунде горят, это кекс, и за 3 минуты я не могу слово вставить, я говорю, дайте мне сказать, нет, то есть, ну, 3 минуты мне не хватило, чтобы просто что-то сказать. Я просто сказал, я был с Факером, нет, ну блин, вот, ну немного, типа ты хочешь поиграть, ты хочешь поболтать, поврать, где-то не поврать и так далее. А получается, что, типа, слишком, ну не скажу, что слишком потно, что ли, ну как бы это хз. Типа 107 секунд не хватило даже сказать вообще ничего. И Факер все правильно сказал, то есть, ну блин, ну ладно, окей, ты в размен идешь, ну все, что еще там. На самом деле, ну это супер неудачно, поняли, да, что получилось. Я встал сюда, вырубил свет, вижу, как Факер забегает. Я выключаю свет, да, хотел выбежать и потом, ну, типа, встать, грубо говоря, туда, ну, типа, в то же самое место. А тут камера, надо изучить, надо... А я могу трупом посмотреть камеры? Илья, прости, так получилось. Если что, Кекс убил где-то... Вот ты пробежал, наверное, метра на два к ракете ближе, и он меня, короче, щелёк. Это был мой план, чел. Я выключил свет, я хотел обратно встать. А, всё понял. Ну, блин, в кишке же договорились. Опа, ой, ну и стоило это того. Где было убийство? Это была хладнокровность, друзья. Нашла. Нет, я отказываюсь признавать хладнокровное место. В ракету зашла Рамона, и притом я вижу труп, и Рамона почему-то труп долго не репортит. Как-то, ну, она да, прям потому что я увидела тебя, и я подумала, что ты, и, возможно, это был... Какой? Я сзади тебя на меня. Ну, ой, давай я бежала дыши. Справа, я туда забежала, и смотрю, ты на меня бежишь. И я подумала, типа, может быть, мне убежать, или, может быть, мне зарепортить, потому что я подумала, может быть, кто-то до этого... Поплыла. Все. А сейчас это хотят убить меня. Рамона, зачем честному человеку бежать? Да зачем реально бежать от трупа? Можно же просто зарепортить. А ты почему не зарепортил гудок? Я увидел его, побежал репортить. Она зарепортила быстрее меня. Так, смотрите, я могу только... Ну, это... Ну... Я побежал его репортить и хотел сказать, что... В смысле побежал репортить? Подожди. Смотри, с моей стороны это по-другому смотрится. Не знаю, может как-то по-другому. С моей стороны это смотрелось так, как будто он забежал, чтобы, типа, избавиться от меня. Как будто там кто-то перед этим выбегал, и на меня хотят тоже... Ну, души, ну... Рамон, ты же мужчина. Посыпалось вообще. Рамон, кто еще заходил в ракету? Короче, у нас три подозрительных... У нас три подозрительных. Рамона, дед... В смысле? Ну, Рамона, ну совсем же чат, или да, мне просто потому что видно? Так. Ну как так? Потому что роут... Да в смысле? Потому что ты на меня бежал, чел. Какой? Ты бегала вокруг в ракете и, блин, танцевала там, непонятно зачем. Хорошо. Блин, Гитман как будто ее дефает, он прям так... Я вообще не понял, что значит, ты бежал репортить труп? Типа, ну он увидел, бежал репортить, да. Или он хотел сделать акцент на том, что, типа, Максим бежал репортить труп, не зная, что еще есть труп, типа того. Факер это тоже обратил внимание, просто нормально попросил. Я бы точно так же попросил пост. Я попросил Максима не перебивать, потому что чувствую, что у него микрофон потише был. Это был Мэтт. Это было, подтверждаю. Нифига, это Крабик и Калай, я отвечаю. Нет. Ну точно Мэтт. Короче, да, это Илья. Я вам прям под камерами. Заклевался своими камерами? Это я уже голосую. Чуваки, короче, мафы, идите убивайте Калая на камерах, он заклевался. Там сидеть, блин. Просто, да, Илюха, если мы с тобой мафы, мы начинаем, но с Калаев на камерах. Мы бежали просто вчетвером, мы могли его убить. Я реально не видел тут, а я хотел Кексу убить. Я тоже Илью не понял сейчас. Так, ну теперь Кекс, я точно не... Вот сейчас меня уже ничего не переубедит, ты выбежал с трупа Факера. Все, в смысле, ну, а где труп-то для начала?
Он прямо за тобой был в метре. Ну, блядь, пацаны, можете прямо сейчас вывести кекса, потом меня. Все. Хорошо, я поебал, согласен. Но если ты видел, как я убивал, базар ноль. Базар ноль. Если ты видел, то что я убивал. Выводите кекса. Хорошо, потом я меня... на это согласен абсолютно. Но это странно. Рамона убили. Найс. Как он видит в темноте? Потом можешь мой стрим посмотреть, я тут не имею другого варианта. Ну правда. Тебя что, убили, да? Крабика еб. Да. Почему ты соглашаешься? Кнопку жмите. А что мне сказать? Нет, типа. Он говорит, что видел, как я убил. Мне сказать, как не согласиться. Я говорю, если ты видел, то тогда мы уходим вдвоем, все, базару ноль. А как еще? Лол, ну скажите мне как. Блин, а как он видел-то вообще людей в темноте? Давайте глянем. Я просто сейчас клип прям сделаю. Там супер темно, там причем стояло несколько людей, несколько, но он меня пацаны, увидел. Пацаны, я передумал, я не хочу уходить, я красный. Но есть еще один... А, нет, не получается. Самая фишка, что там ну, несколько... Я придумал, но я не вижу смысла меня уходить, потому что я реально... Ладно, давайте так подумаем. На семерых нет смысла выгонять, потому что если будет даблкил, мы его найдем. Найс, придумаем. Давайте так сыграем. Конечно, спасибо, Калай. Такая скала есть. А, это такая вообще жижа, на самом деле. Чё, блин? Прошло сейчас размен, на который Кекс соглашается, просто потому что... Да, вообще офигенно. Я мог ошибиться, на самом деле. Не, Крабик, подумай сейчас. С трупы. Ну, может, он не заметил из-за темноты, но там репорт, кнопка загорелась, и он прям на трупе был. В переходе... Илюха, что стало передумать себя? Не, чисто... Самое тупое сейчас, знаете, в чем? В том, что там три чела было вообще. Три. Я думал, мы просто уйдем куда-то. Че, в голосе тебя нет, да? Нет, у меня баланс таких не было. Ну, зря они это делают, как бы. Ну, а вдруг реально... У меня были такие фишки, когда 4 человека осталось. Гид, ты далёк вы куда? Когда 10 человек, и один говорит, я видел, как он убил, а второй говорит, нет, это он убил. Они оба уходят сразу. Это 10 человек. Ну, просто 7 человек. Сейчас посмотрим. Как он вообще что-то видел? Как он меня увидел? Типа, что произошло? Короче, я могу только за Тимофея, короче. Это просто не я, не Гитман, не автодестракт. 100%. Мы весь раунд ходили втроем, да делали задание и побежали через... Так, вот еще разок, получается, карта был Мэтт и... Ну, да, он прям ему удачно. Я вообще верхняя часть карты нахожу. Мы внизу с Ильей пересекли. Расстояние на стриме Ильи, расстояние на моем стриме. Ну, мало того, что вы бы видели на моем стриме, где был Илья, то есть он просто на пол экрана надо мной, а на его стриме, я смотрю, повтор, мы вплотную бежим. Да. Я не знал, кто в кого голосовал. Все, ребят, все, не сразу убивать, не сразу. Я держусь. Блин, Гитман не дал мне в вентилятор запрыгнуть. Нашел труп. Нашел труп около щитов. Нормально, я Тимофеич я просто я там блядь, справа двое. Да не сраный, короче. Да? Ну, вы что, рофлите? Вы зачем в атуре голосуете? Она сдалась только. Блядь, не в натуре. В смысле? Вы прикалываетесь? Я вообще не сдавалась. Мэтт сказал голосовать. В этот момент она не нужна. Ой, блядь. Там я не мог убить там. Да, килл не обсудили, но меня полностью это устраивает. Я поймал на даблкиле Кекса, и вот я, к сожалению, почему не видел. Почему он нажал? Не понял. Ну, короче, от Кекс 100%. На камерах убили. На камерах чего? Убили. Да, мы вдвоем там бегали от трупа. Да, вдвоем бегали от трупа, чуваки, поверь. С кем? Такое творит, мне невозможно. Гид, скажи, а кто-то прыгал в этот... Я забегаю, мне появляется кнопка репорта, я делаю еще шаг, вижу, там трупы у камер стоят, и оттуда бегу в сторону вентиляции Кекс, и кто-то еще второй. Я даже не добежал еще дорогу. По-моему, это был краб, кстати, потому что там, скорее всего, был фиолетовый. Нет, Калай, мы втроем. Я, короче, Калай и Родхаус втроем. Давайте сейчас... Короче, давайте посчитаем. Я был вместе весь раунд, вместе с крабиком и Родхаусом. Мы стояли втроем в электричестве. Тимофей бегал вместе с Кейком. Вот что я должен говорить, потому что они вдвоем пошли снизу на реактор. Надо было репортить одного, короче. Я даже труп не видел. Чем это за вторую игру? Это вранье. Естественно, ты скажешь, что это вранье. Ты, видимо, увидел меня, что я бегу, потому что я бежал снизу под камеры, с реактора, с нижнего. Ты был в комнате камер. Я тебя видел, твою каску с этими патронами и надпись «Кейк». Хорошо, я видел Гитмана, который забегал туда. Как это работает? Ну, люди, не знаете сами, кому верить, кому нет.
Не, когда гид такое говорит, сложно в это, ну, типа, при всем, как бы, я понимаю... Хорошо, хорошо, мы оформили даблкил, это что значит? А кто второй, подожди, о чем? Ну, там, может, не даблкил был, но то, что вы там вдвоем терлись, труп я один видел, да, и вы вдвоем были. Мне казалось, что был даблкил, я могу ошибаться. Так, подожди, ты это супер путаешь. Я, во-первых, так, во-первых, скажу свою версию. Я бежал снизу. Чуваки, давайте так. С нижнего дверца в разноцвет? Давай. Я не готов даже в разноцвет. Ну, кекс это нет. Давайте кексы, да. Давайте кексы. Хорошо. Какой дабл килл? Убирайте в разноцвет. Кекс, твои подозрения. Ребят. Скажи, ты кто думаешь? Ну, во-первых, Гитман при мне забегал в камеру-руму. Возможно, он увидел, что... Я не видел вообще, я даже не добежал до туда, понял? Я не видел вход в руму. То есть я бежал с нижнего двигателя, который я заправил. Да ты внутри там был, чувак! Блять, ну я не могу по эмоционалу не поверить Гиту, блядь, но он пиздец. К сожалению, Гит, так он говорит, что есть даблкил, есть два трупа, но он видел только меня, потому что я бежал снизу, он не может второго обвинить просто. Он не может второго человека придумать. Ну вставай разноцвет, у тебя есть еще пару секунд на это. Ну так я все, он даже не может второго человека придумать, второго трупа, лол. Окей. Да, на самом деле, да, убивать там не надо было. Надеюсь, выведут его просто. Ну а что тут сделаешь? А что тут? Надо было сразу репортить. Вот прям убили, сразу репортить, сказать, я нашел в камерах. Либо когда двоих, тут же репорт, чтобы вот такого не было. Либо когда одного даже убили, сразу репортить, сказать, что это второй. Я объясняю, смотрите. Я прибегаю на реактор, и там все... Вот абсолютно все. Вот ни одного чела не было, который был бы в каком-то другом месте. Ну нельзя мутить эти фишки с даблкиллом. Нельзя в этот момент мутить. Нельзя, потому что ну рядом тонна народу. Их перетянуть надо кислородом, светом, еще что-то. Вот мы не должны были убивать. В этом проблема, понимаете? Ну естественно, я не могу его не подстраховать в то же время. Но надо... Тут тяжело решить на ходу, да, вот... Он убивает, я тоже понимаю, что надо его страхать, убивая, надо тут же было репорт жать. Тут же было нажать репорт, сказать, в реакторе нашел труп. В реакторе нашел труп, все. Естественно, когда гид говорит, так, видел двоих, типа, я ему говорю, я вообще трупы не видел. Я пришел снизу, Гитман забегал, но там... Гитман просто, понимаете, Гитман говорит, первый раз за вечер. Скипайте, я в Тимофея поставил. Слабая Тимофей позиция, ну вот хорошие киллы, ну че за, блин, делать, что хотите, блин. Да, Билли Херрингтон, я же всегда, да, я всегда говорю, когда меня обвиняют, ну да, да, я всегда так говорю. Как ты меня читаешь, ты жестко. И им... Ну, факера убить... Это прикольно. Ну, понятно. Ну, да, ясно. Да, чел, это наша ошибка. Надо... Смотри, во-первых, я забежал на реактор, там были все. Что, может, третью карту? Надо было, мне кажется, сваливать. Да, можно. А вообще надо было сразу репортить. А может, вторую попробуем все-таки, а? Все, да, ну уже поплавченко такое. Ну, нормально поиграли в целом. Ой, симулятор вахтера на заводе. Да, у меня работа сложная сегодня была, сложная. Ладно, ребят, спасибо большое за то, что смотрели. Давайте всем спокойной ночи. Отдыхайте, чилибости. Пока-пока, ребят.